Всех приветствую. Теперь, ребята, разберемся в еще одном нововведении от разработчиков. Это перемирие. Враги не могут атаковать или отправить шпионов в башни и крепости вашего альянса, а также в ворота и захваченные здания. Во время действия перемирия. Перемирие длится 5 часов и перезарядка 24 часа. То есть раз в сутки можно включать. Ваши войска из строек будут возвращаться, и вы не сможете ремонтировать здания. Здания вообще полностью будут неактивными на время действия перемирия. И я хочу проверить, как это касается замков. У меня некоторые комментаторы написали после вчерашних мег на Минг, что типа китайцам надо было включить перемирие, и тогда бы мы ее не убили. Вот видите, активировано перемирие. Я строил башню до этого. У меня поход из нее стал возвращаться. Стройка отменилась. Точнее, приостановилась. И выглядит вот такой зеленый щит. Сейчас я перейду на другую ферму. И попробую атаковать замок. В альянсе с включенным перемирием. Перемирие видно всем. Видите, я сейчас с другого альянса. И снаружи видно. Одеты щиты. Можно атаковать плитки. Можно атаковать здания. Шпионить. Замки. Здания вот как раз нельзя. Ни шпионить, ни атаковать. Они под щитом. Какая польза вот от этой функции? Допустим, вам не хватает кристаллов, чтобы построить следующую башню. Вы включаете перемирие и за 5 часов набираете нужное количество. И продолжаете строиться дальше. Еще какие-нибудь другие фишки с этим перемирием мы обнаружим в дальнейшем. В процессе уже игры.